Я могу чем-нибудь помочь? До новых встреч.
подходящая цель. Ничтожество.
Вай, топ, топ. Все, танка доберу и поехали. Воу. А у вас гильдия какая-то, да? Ну, мы из гильдии. Несколько человек. И ты нормально написал, Костя, что-то кто-то пишет, то что нету. Привет всем. Здорово всем. Привет. Этот пельмень, кстати, потом подашь заявочку, ладно, еще раз. А, да не вопрос. Сейчас, ребят, дайте, пожалуйста, био АФК. А, вот, перерыв 2-3 минуты. Сейчас, секундочку. Всем привет. Привет. Да этот, Леха, есть у тебя хрень вот этот аддон, который время дает на перерыв? На 3 минуты дай, если не сложно. Ребята, а есть смысл менять, что там, трофеи вот этот ролить и брать Т9М2? Трофей — это просто улучшенный шмот, который продается за изначальную пустоту, так я ревогнусь. Но, по сути, не для каждого класса этот шмот вообще там заходит. У меня как, например... На рогу, например, не заходит, там вообще обилки тупо идут. Это, ты знаешь, шмот такой изначально, если тебе не падает Т4 или Т10, его то сложнее напфармить. Некоторые берут этот изначально. Но некоторые классы в плане, там, не знаю, танки вроде бы, отхилы, берут его. Если не рестер друид, то не стоит вообще, блядь. Ну да, я, короче, тоже пойду покурю быстро. Какая дал? Написал.
все, пельмешка тут. Пайрал курицером. А, кстати, забыл спросить, в РК писать на кого ролю? Да, желательно. Если не пишешь, то на свой спик ролишь, да, просто? Угу. Столько шмота, глаза разбегаются просто. Сколько УД я примерно получу за Ика и Оню? Пока точно. Получишь целых 2 пункта выполнения квеста, как бы охота на чудовище. Да я завершу квест, мне даже просто так интересно. УД. Мне ноги надо купить себе на ТД. 250 с одного босса, с последнего 300 или 350. Вот считай. Я вот задам вопрос, а откуда вы эти квесты берете? Вот когда не брал квесты никакие, где их взять? Цепочка в Каражане надо сделать. Ага, в Каражане там не было еще ни разу. Ой, не туда, извините. Я в ВК вообще первый раз. Заказочка по ПДК. Айдес. Как кто? Танках по танкам. Да, ну в моей пати 3 танка. 3 ФД, БДК. Пельмешек. Так, этот мелкий, похуй, меньше у него ХП. Так, ну пельмешек первый пусть хватает, потом у него стаки с ним. Ты возьмешь второй. Когда эти появятся змейки, пусть он берет, короче, огненную и второй ДК Кимовара, короче, будешь бегать, размораживать тоже. А ты тогда Леха возьмешь это. Кто берет огненную, извините, я слышал. Пельмень возьмет огненную. Кимовара будет, если что, там ходить размораживать. Так, чисто. Ему не надо будет таунтить, просто получать дебаф и размораживать тех, кто встанет. Ну, у кого есть там сейф обилки, можете, в принципе, там, например, я могу кошем снять. Другие роги тоже. Дикей Леха возьмет эту кислотку. В принципе, тут ничего сложного нет. Когда набег на кого-то будет, постараюсь, конечно, проанонсить. Может Леха там помочь. Просто у меня микрофон иногда чувствительный. И слышно, как я по клавишам буду отключать. Так, на готовность. Присутствие. А вы зеленую бьете всегда, да? Да. Я первый таунчу. У нас один этот хирос вылетел, разбойник. Охотник, вернее. Метки на танков поставьте, пожалуйста. Да сейчас я поставлю метки, там двоих нету. Петрик и чернокнижник. Петрик тут. Так. Где третий танк? А ты чек? Давай, Айда, сделаем немножко по-другому. Так, кислотка вылезет, пельмень заберет у нее с огром, получше будет. А, огненную я заберу, если что, потом трусы с меня их заберет, а я побегу рейд размораживать. Ну и так можно, я не знаю, тут в принципе большинство 250 плюс.
нормально так собрались, только хилы там некоторые мелкие. В целом, я думаю, многие не знают уже, как тут не тупить. Короче, ждем. Ой, все бывает, а это когда... Ну, пайпер не вкусный, потому что я первый раз. Пока поищу замену. Там, короче, вот я много раз ходил на разных серваках, там вот эти вот шубки, ну как, юрмунгары, вот эти червяки, да? Мало кто знает вообще изначально, вот что, как они выходят. Там, короче, одна из них под землей, одна на земле. Вот хвост типа видно. Вот который хвост видно, она типа ходит, короче, у нее подвижная фаза. И когда у нее подвижная, она плюет свой дебаф только на танка. И еще она плюет АОЕ перед танком. Карты да нашел. И короче, когда они зарываются, они меняются, типа одна становится под землей, одна с хвостом. Но про бафы вы знаете, там огонь снимает токсин. В чьей пати этот хант? Суманите, вторая пати Баструматора. Вот он принял Суман. Семь раз сорока даю. Все, бафните этого ханта, в принципе, можно начать уже. Глянь, шмот не переодел. Да все, голым отлиться, ща порвем. Подожди, переодеться забыл. Типа, давайте ИК, короче, за 15 минут справимся. Делаем ставки. 20. Как люди тупят. Короче, смотрите, час на два рейда, как бы, да? Смотрите, мы же топовые ребята собрались, то самые лучшие, да? Типа, каждый сам себе уверен, да? Да. Я вас верю, ребят, вы охуенные, просто все тащим. Куху бы какую-нибудь выбить, тогда вообще тащим буду, но... Ребята, все готовы, запускаем? Да, поехали. Добро пожаловать. Там есть хоть кто-нибудь? Призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулся с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды. Зато все готовность подтвердили. Мещелюха, скажешь, где там отбежать от этого? Я микро еще офну, чтобы кнопки не слышно было. Странно, что танк с одной ручкой. Брит. Полный квадрат. Ёб твою мать, вас тут нет. Привет, Игорек. Привет, что вы? Да. Ручка их. Я скажу тебе, когда забирать, ладно? Сразу не забирай. Да давай, заберу пока добавку. Да не надо, не надо, пока рано, рано. А, ну ладно. Добав скидывать. Пельмень, заберешь кислотку, которая вылезет. Кислотку забираю. Да-да-да, кислотку забирай. Я заберу огня. Не-не, эту я заберу.
Веру дайте. Танк трусы, подойди к печеньке. Да? Забирай на себя, отворачивай. Шаман Лол. Надо 30 размер. Да, все. Давай махнемся. Поменяемся, давай. Я эту подержу, мне хп больше, а ты забирай ту. А при чем тут хп? Там замороженное. Сейчас на ком будет дебаф, побегайте зеленых, поразмораживайте. Выливаем зеленых, эрдруид там стоит, шаман. Разбежались, разморозьте. БР есть? Полубаба, дай БР, не Сергену, друиду. Бафайте сразу. Спасибо. Забав сразу, каску, МП5. Я забираю? Да-да-да. Ауру от льда поставьте, у кого там огонь стоит. Все отлично. Кружите его, сделайте. Не надо в одной кучке стоять. Смотри, этот пельмень, как он воткнется в стену? Ты же там у него видишь, когда он каст заканчивается. Пата в центр отбегаешь, чтобы он после того, как... Я понял. Воткнется к тебе в центр, прибежал, чтобы потом опять... Санчииху. Санчииха. Кто у нас топ МДД? Да. Я это кто? Тихо, вот. 9к. Вот поставил Айдес. Бля, хорошо, что напомнил. А то опять. Тихо, дай. Следующее в какане дам истерию. Викиком. Порносайт, что ли, какой-то? Я помню такой. Алёха. Какая? Ну, хорошо. В одной куче, разбросает же в одну кучу. Же на кого? Я думаю, два танка там справятся, пельмень на боссе, а Кимовара на трэша. А я в ДДС. Да, я плёв. Нет, дамай вык 25 облички. Паги. Это вы типа на хоровод, да, или что? Не-не-не, хоровод завтра. Пробафайте павших, кто там у нас падал. Сегодня Гера хоровод. Сегодня Гера, да. Павших пробафайте, значит, ДК на боссе, пельмешек на боссе, кимовара ты на трэш забираешь, подводишь под босса. Маги
Диспелим стак из босса, ДК роги, сбиваем косты, чтобы все косты сбились. Метка череп, хилы захиливаем. Метка крест, убегает с рейда. Милики, касается вас тоже. Внимательно. Что такое хоровод? 25-ки 4. Блин, магики, кони, обычки. По квесту ходим, чтобы квест за раз сделать сразу многим. Когда я закончу, появится грозный демон. А что за квест дают? Готовьтесь к забвению! Встала монета Охота Джулия. Охота великих чудовищ. Ребят, 3-5 секунд на агро. Сразу не вливайтесь, пока работает на пул. Пускай вливаются, все равно не сорвут. Да с ДК невозможно сорвать. Как тут ЛП-шка работает? А танк Фрост ДК? Танк гибрид ДК. Ну гибрид все равно. Тогда да. ДК порезали сейчас, так что... Не волнуйся, не так сильно. Я в себе уверен. Ну, сейчас у него 500, у Ханта 170. Он напулил. Забираю ворот с ворот бабу. Ага. Что? Он как раз сделал, поэтому сорвал цель. Тирамису захил. Локи баним големов. Одного фир, одного в бан, одного контроль. Бенвалет. Ты че лужи? Отведи, отведи босса. Отведи босса, отведи, отведи чуть назад. Да ты че лужи слакаешь? Прел, блин. Я его что-то кошем снял. Она разве не должна слететь сразу? Поздно снял, может? Да, сразу прожал. Сразу линканулось. Так, 7 стаков, че не диспелим? Увижу, отлично. Пал, выбежал, коров. Коров. Там у кого бульбулятор, блин? Блин, так по клаве хуярится. На кнопке клацает. Я пососу, пососу осколки. Нихуя интересного не падает. Шах, поднимите или зайдите в инст. Выйдите, зайдите с тела. Так, будет бревко, как бы, да, я его баню фиряю, все, меня вообще не бьет. Я свою территорию пометил, я его как бы, да. Ман, шамана и ДК, забахайте. Лема, убери лок, пожалуйста. Никакого заговора здесь нет. Эти центры все под флакарды. Упал, который мне не падал 2 месяца, это нормально вообще? Че упало? Лучше даже, чем мой меч. Да, с этого Джараксуса 1.5 топор.
Да, бля, у меня вообще шея сверху. Заходил, вообще не падало. Значит, за шею пришел с Валькирией. Тупо 251 лок, блять, пришел вык за шеей, за шквар. В смысле за шею? Типа с острова топовая самая. А не, мне не пойдет она, хуйня. Хз, кому как. Че там? Воин. Либо она, либо стрелка Асланы, короче, надо позабрать ее. Вот бревно мое, типа, блядь, да. Тупо лок, тупо бревно. Так, кто там? Мил рога какой-то. Вот один со мной нормально дамажит, второй мало. Санный веник. Ты этот на локе посидишь пока. Сейчас, подожди. Да, на локе посидишь, пока мы хантап. Угу. Все равно дамаг не сильно так зарешает. Так. Ну, в принципе. Мы с тобой второй рога можем яд поменять на нейтрализующую. Одну руку какую-нибудь. Дамаж. Что там еще есть? ДК. Вар. Блять, не ту метку поставил. Юрога. Да, я промазал меткой. Че еще есть там? Прист. Так, там ШП. Лех, как думаешь, кого ШП лучше убить? Юрогу. Пока ШП, мне кажется. А, блин, там и маг еще есть. Не, ну тогда мага, наверное, закалит. Да-да-да. Че у нас в рейде? ШП. Наш ШП, ты в голосе? Без, как тебе, без паники. Слышишь меня? Без паники, ШП. Плюс они там, я не знаю, слышишь? Он, походу, без голоса. Ну, надеюсь, он понял. Че, кто кого заберет танки, кто хочет? ДК, вар есть. В принципе, все равно одни ДКшники. О, смотри. С 1 ДК ДД и 3 ДК танка. Можем начать на с центра. И мы начнем с центра, ребят. Первое правило, все стоим вот здесь вот. На черных досках никто туда не идет. Стойки, ты тут, ДК? Пельмень? Я просто не расслышал. Нет, дойки. Ты тянешь в рейд, последний не тянешь. Мень, ты тянешь первый, потом забираешь свою цель. На тебе вар. Поминай. Череп тянешь. Хорошо, вара... кого мне первого притягивать? Череп. Череп тянешь, вара забираешь, отводишь. Дальше, значит, печенька кимовара. Стоишь здесь, ждешь, пока у нас пельмень притянет. Потом тянешь сюда, ближе к рейду, а потом идешь забирать ДК. Окей. Значит, дойки, ты тянешь последний в рейд. Ребята, ту цель, которая в рейде, надо будет максимально замедлять, чтобы она не убежала. Значит, хант, лок, маг, ШП. Как мы поддержим. Куда никто не идет, центр, ребята. Вот где печенька стоит, вообще не надо. Стоите на досках, все цели к вам придут. Включаем ПВП режим свой, максимальный контроль. Совы, эрдруиды, вихря, дубовы, кожу, корни, все прожимаем, чтобы вас не шотнуло. Холипал, ты хилишь танков, надеюсь, знаешь, как сразу не хилишь, потом подсаливай начинаешь. Панки, когда мы залетаем, мы прожимаемся. И не надо никаких. Значит, максимальный, не забывайте. Максимальный контроль по целям, которые вас бьют. Первый это будет петы,
того, как Лока, Ханта и Лока мы зальем, потом контроль скиллов. Роги особенно можно... Сейчас, там вроде 3 милика. Рога, АДК, вар, все? Да, остальное все РДД. Про контроль не забывайте. Маги шипнуть не смогут бревно. Шипайте там шамана или кто еще из хилов. Бревне есть лок сидит. Да, он лок есть. Шаманы там лягушку свою кидайте. Ну если готовы, да, давайте. Самое главное, никакого АУЕ, если вы будете АУЕшить, будете сбивать свой же контроль. Не надо никакого АУЕ, бейте точечно и стойте на этих досках. Не надо туда, в центр бежать. Все сами к вам придут и принесут. Просто терпение немножко. Даже если к вам не подходит, все равно стойте, не бегите. Пары, если вдруг милики прибежали, чардж в рейд, масфир. Контроль нужен. Вообще на готовность. А, ну все, дали уже, все да готово. Было. Все, давай, пельмень, начинай, тяни, забирай свои цели и погнали. Чакимавара тянет. Сейчас, ребят, закручу лог, говорит, дайте мне буквально одну минуту, прям умоляю, мне сейчас позвонили. Бой нахуй. Ладно, окей, без минуты, все, окей, хуйня. Сюда, сюда, ведем цели. Типа, блядь, дерево, все понял. Бля, я в тире. Максимум контроля. Рога, который мало дамажил, там ты еще на локе просто сиди и все. Сбивай ему косты, чтобы он в рейд не зашел, пламя не шотнул половину. Все, убили ханта. Лока, крест. Локу, сбейте каст. Че, бернуть кого? Да, мага. Надо было мне в танк спекнуться. Он рога поверили какой-то. Да маг-то у нас какой ник? Бимчихус. Те крест забивайте. Пелем не забываем точно. Все. Луну. Луну, крест сдох. Таурен, че на ближник, ничего себе. Ты упоротый, наверное, да? Да я вообще пиздец мем. Кто там, по миликам есть тавродианец? Да вроде нет. Ну, по крайней мере, наши тупы только этот... Хилов забивайте. Маг остался. Мага? Не, ШП, ШП, ШП. Трусы. Все в ШП. Ребят, после этих боссов дадите буквально одну минуту перекур, мне просто надо во дворе кое-что сделать. Куда сходить? Нет, мне калитку надо открыть, ко мне сейчас гости просто придут. Тупо открыть и все. Ну, тупо открыть и все. Конечно, блядь. Кабиля ШП, там он рог доходит. Чё, знаешь, весело дерево контрить, просто 2 скилла нажимать.
вот это геймплей. Черепок, черепок. Как дерево будете пинать, обозначите? Олика. Сейчас у него боб, наверное, будет. Вар, ШП, кто там умеет снимать, сразу снимите. Да не идите туда. Самула или бревно? Ну, в принципе, у самула меньше вроде хп. Давайте я бревно еще подержу. Звезду бейте. Пал, да ты псих! Псих, блядь, нахуй лок. Тупая корова. Тупо лок корова, демон тварь. Этот пацан, походу, под чем-то. Все, не баньте дерево. Дерево убиваем, потом миликов уже добьем. Все, пойдемте в кучу, сводим их. Первого этого Шакула добиваем. Ну, он, блядь, уже мертв почти. И все, остальных в расход. Потом сразу они 25 у нас будет, да, после ИК? Да. Топ. Все, ребят, одну минуту буквально калитку открою. Да, давай. Да иди, иди, мы уже добьем. Красный тебя валики сагрится, мы пару раз пойдем. Типа заебись. Отойди сразу там к НПЦ. Кстати, по-моему, танк был. Опять нихуя интересного не упало. Там умер, заходите в инст, сейчас вас пробафают. Вара, мага бафните. Бля, плащ валькирию, упади, как бы не будь сукой. Не нужна эта шея, давай падай, ну. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной... Мне в танке оставаться. Собственное помогать. Че, по зубы-то успеем сгонять по-бырому? Рыба стоит у печеньки. Да, успеем сгонять. Покурить. Смотрим, сколько в кашере. Передони покурим. Нет, давайте без этих АФК. Что я лично собирал рейд до хренища времени. У меня, например, уже вечер. Ну, с там. Нет, еще. ДК, АФК.
Давай теперь, типа, перед Они, как бы, перекуры, вся хуйня, пока будете лететь. Да, Они, главное, чтоб лог долетел и пару тел с ним. Кав поставим, то можете уже курить идти. Так, давай, быстро закончим. Пельмешек, берешь темную. Танкуешь метку череп. Сейчас рыбу поем, пока поставили. А, давай. Кимовара, берешь белую и танкуешь метку крест. Мы с тобой вдвоем будем ее танковать. Увидел то, что в рейд спулилась таунт. Так, я танкую белую, да? Танкуешь крест, берешь темную. Не, пельмешек. Да-да-да, берешь темную ауру, танкуешь метку череп. А, ну все. Вопрос, АДК есть в рейде, нет? Я не анхолик. Ладно, похуй с ним, ебашу. Еще ждем. Сейчас, секунду. Ребят, пока танки агрют, пока не подводят, пока не разворачивают сюда, к вам ближе к рейду, чтобы вам удобно было бить. Кто не бьет, кроме напула? Ханты, роги только. И кроме хантов, рок и танков, никто не должен быть в омане, в рекаунте. Типа ставить, дайте агрона брать, или потом сдохните. А мертвый ДД, как говорится, не ДД. Чё, блять, там? Подожди. Я ждал, скажет пульнём. Вот сюда их подводим, танки. О, обеих сюда. Ну, вот здесь вот буду. Ближе, когда больше, когда перебегаем, аналогично рядом со сферой, также разворачиваем. Пельмешек увидит, нет, трусы? Погоди, пока не пуляй, выкинул. Скажешь в РК, когда пулять тогда? Да. Значит, 30 секунд. Мавара и Недикей будут на темной. Пока валик ведут сюда, ребят, по поводу ДПС, да, сказал, никто не вливается, кроме напульщиков. Это у нас ханты и роги. Дальше хилы. Пока ведут, как развернут, там очень будет неприятный урон по рейду. Так что хилим практически сразу, эрдруиды, сразу же ход и вешаем на рейд. Сейчас. Сес по себе лучше дай. Ты зашел, Айдис? Нет, пока что-то хрень какая-то. Окошко авторизации стоит. Серв, что ли, переполнен? Нет. Что за фигня? Сейчас перезапущу еще раз лаунчер. Первый раз такая. Ребят, в любом случае ждем. Это у нас РЛ, на нем мастер лут. Так что ждем. Идите, сходите, покурите. Что заебись, иду. 5 минут есть у вас максимум. Не-не-не, какой 5 минут, все зашло. Все зашло? Бля, он что, уже ушел там кто-то? Я Сигу только взял. Корчина присутствует. Терпи чуть-чуть. Закончим с этими и пойдешь. Да, уже этот, ждем 5 минут. Ты курите, блядь, какая-то. 500.